Ну что, ребят, продолжаем защиту, да, территории. Давайте посмотрим, что с мостами будет, да, и здесь какая защита нам понадобится. Так. Так, у нас есть возможность. Так, у нас три ляма. Так, три ляма, и они поедут здесь, да, дороги. Я понимаю. А, здесь тоже вот. Они едут. Все? Все, да? Ну, можно будет поставить сюда арту. И вот сюда, да. Попробуем. Первая волна. Что там будет? Не зря поставил сюда. Так. Лям, да? Давайте поставим еще трещотку, да? Трещотка будет не лишняя. Так, вот здесь, да? 200 тысяч. Пока что так, да? Потерпим чуть-чуть. Неплохо. Неплохо, я бы сказал.
Посмотрим. А, я не могу понять, как вот с этой с нижней части они поедут, да, и что, куда поедут потом? Еще поставить ракетную установку, да? Пока ставим так. Потеряли нашу роторную пушку, да? Смотри, опасно. Опасно, опасно. Можно еще поставить, конечно. С определенной защитой, чтобы... Ну, ненадежно, ненадежно вообще ракеты здесь, потому что здесь попадания 100% нету, да, а вот здесь что-то уже более-менее. И защита какая-то нужна. Так поставить, да? Так, ну вот это более-менее. Давайте это все равно поставим сюда. И пушку поставим в защиту. Если что, мы продать сможем и переставить. Короче, смотрим. Снизу не нападали еще. Только по основным здесь. Угу. Понятно, все-таки они здесь едут. Одна проехала. 6.18, да? То
есть она поехала, и здесь не показали, что здесь может поехать. Чему? Как по мне, это глупо. Почему не показали стрелку, что он поедет по этой короткой дороге? Ставим сюда. Ну, эти чаще будут ездить, да? Мы здесь задеваем, получается, территорию эту. И здесь они будут ехать. Что вы спали? У вас территория закончилась. Ё-моё. Понятно. Территорию не закончено, видите? Здесь, как видите, здесь такое себе. С элементами нас даже разрушили. Песочек.
Можно так сделать, да? Можно вообще... защиту сделать такую, что будет более удобнее, да, нам не посрать, ну, то, что там они едут откуда, да, у нас есть территория, которую надо защитить. Пусть так, так и стоит. Так, здесь у нас, да? Что здесь? Ракеты, ракеты, ракеты. Хотят, пусть. Нам главное, чтобы дороги не прошли. Так. Смотрим, как это у нас получится. То есть неважно, где они, откуда они едут. У нас главное удерживать этот квадрат. Соточку. Так, хорошо. Здесь мы уже можем как-то вот так, да? И поставить защиту такую. Поперли. Значит, отсюда тоже едут. А вот эти как едут? Они... Видите, да, они как едут. А, понял.
Никогда не лишнее не бывает, да? Защита. Вот мы или и сделали. Так, ну все, пошли. Дальше. Защищаем подступ вот этот, и все. Настраивать на них глубоко, но когда они там поедут, пусть едут. Пусть едут. Поехали. Смотрим. Здесь, конечно, интересно, что они поехали так. А сверху вот так сделали клюк и по главной. На острие жизни осталось. Главное не пропустить никого.
пиксель. Где-то пиксель был. Так, хорошо. Так, ну сюда можно поставить. Так, артиллерию еще можно поставить. Но уже вот сюда, в эту территорию. Не лишние 4 линии. Какая 14-я? Все-таки по центру идут. Так, установочка. Что у нас тут? Роторки можно. Роторную поставить. Пошалить. Грузовики пошли. Почему здесь нету шаблона? То есть ты сделал, да, то есть ты вот поставил, можно выделить, да, и сохранить. Раз такой, где что-то не поставлено, оно берется и минусуется. Это, ну, это удобно было бы.
Я так считаю. Это было бы приемлемо. Так вот здесь, да, поставить. Думаю, лишнее будет. Сюда не залезет. Да, не залезет. Ну так здесь закрыть. Пошли. Центру. Все. Снизу нету. Плохо мы здесь поставили защиту. Конечно, ломается, но лучше уж терять по 200, чем по 600 повесить или по ляму. Так, отлично. Здесь 7 лям. Так, сюда. Вот так сюда. Попёрли. Опять же по центру. Смотрите, что, да? Опасная последняя. Опасная последняя точка.
Так. Последняя битва, и она тяжела. Ну что, сейчас там будет прилеты опять же. Так, давай, наверное, чуть-чуть подвинем. Ерунда. Зато защитим. Да эти деньги все равно солить, что ли? Последняя, да? Зараза. И мы выиграли. Смотрим карту новую. База, да? Сюда едут. Склады еще сверху. Еще с этого, с гор. С этой стороны. Короче, здесь все будет на основу. Все. В принципе, ближний бой. Да? Вот здесь ближний бой. Потому что они за угла. Не будет долбить угол. Но здесь тогда сюда ставить артиллерию, да, куда-то. В горы будет долбить, да, на высоту будет, да, идеально. Арта может сюда поставить, на защиту надо. Значит, нам здесь надо мост защищать один. А здесь тоже. То есть со всех сторон могут напасть на наш лагерь. Поэтому будем смотреть уже в следующей серии. Всем хорошего настроения, всем ребята. Рад был видеть. Пока-пока.